Есть! О, бесплатная парковка? Да. Между прочим, это главное преимущество Зомбиленда. Нет, лучшее в Зомбиленде то, что не нужен апдейт на Фейсбуке. Скажем, Роб Кёрти зажигает в пятницу. Плевать. Лучшее то, что не надо спускать в сортире. Супер. А что худшее в Зомбиленде? Кроме того, что я застрелил Билла Мюррея. Это просто потеря Бака. Это его щенок. Если честно, я не думал, что смогу кого-нибудь так любить. В тот день, когда он родился, я потерял голову. Сочувствую. Мы с ним были как близнецы. У него был мой характер, мой смех, мой аппетит. Смех? И тут меня осенило. Мне так стыдно, что я сразу не догадался. Я со своими хвалеными тренировками не понял, что не только я от чего-то бегу. Сделали этот бумажник из изоленты. Отнимите у человека сына, и ему уже нечего терять. Я плакал так только на Титанике.